В Самаре прошла пресс-конференция, где подвели итоги независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Напомним, в регионе в течение 3 дней с 15 по 17 марта были организованы 1767 избирательных участков. За ходом голосования следили около 2000 камер, а также почти 6000 общественных наблюдателей. Подробности расскажет Ксения Баканова. Выборы в Самарской области прошли без нарушений и происшествий. Такой вывод сделали общественные наблюдатели. На территории региона работали 1767 избирательных участков. За соблюдением прав граждан, ходом голосования и подсчетом голосов следили почти 6 тысяч человек, которые предварительно прошли обучение. И ни одного нарекания к их работе, к их профессионализму, к их компетенциям не поступило. Это очень хороший показатель. Выборы прошли прозрачно, их результаты в полной мере являются легитимными. В круглосуточном режиме все 3 дня работал региональный центр общественного наблюдения. 40 студентов-волонтеров оперативно отрабатывали и проверяли поступающие обращения. Все ответственные субъекты – это организаторы выборов, это правоохранители, МВД, МЧС там присутствовали, другие – они, в общем-то, выполнили свои функции. Отдельные элементы напряженности где-то когда-то были, они чаще всего носили эмоциональный характер, нежели юридически продуманный какой-то вариант. Также в центре был установлен специальный экран, на который передавалась видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.